Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Начальник УМВД России по городу Сургуту отметил, что полицейские Волгограда выполнили свою работу. Террористы не прошли за границу контрольно-пропускного пункта, что снизило число возможных жертв. В этом заслуга профилактических мероприятий и бдительности сотрудников полиции. В преддверии новогодних праздников начальник управления МВД по Сургуту призвал сургутян воздержаться от чрезмерного употребления спиртных напитков и быть осторожными. Сейчас, с учетом вот тех событий, которые произошли в Волгограде, мы проведем определенные корректировки по объектам, возможно, по каким-то, но еще раз повторяю, в общем-то, все это учтено в тех мероприятиях, которые мы сегодня проводим.